Атака Анжи по левому флангу. Прострел, опасный момент, и просто по мячу не попал Прудников. Вторая попытка, еще удар, и кулаками отбивает мяч Синицын. Атака продолжается, Анжи, какая суматоха, какая суета. Еще раз смотрим повтор, удар Прудникова первый, блокирует защитник. Далее, собственно, сам Бутковский бил по воротам, отбил мяч Синицын. Передача на Вандерсона, Вандерсон штрафной соперника, Вандерсон падает, нет. Нарушение правил показывает Сердюков. Ну, вот так. Действительно, вполне возможно, что потребуется замена. А что касается этого момента, ну, сложно давать однозначную оценку. Газинский. А вот Газинский пробьет. Мяч летит в створ ворот. Не сильно. И, в принципе, для Давида Юрченко это не проблема такой удар отразить. Подача в штрафную площадь. Удар по воротам. И мяч летит выше ворот. Ну, на самом деле удар был не опасный. Вот сейчас перехват мяча. Вандерсон. Пас на Смолова. Выход один на один. Смолов. Удар. Гол. Но положение вне игры. Но положение вне игры у Федора Смолова. Поэтому стадион сейчас, наверное, успокоится. Положение вне игры. Офсайд. Снова Шаркабуре. И снова забросы. Нет, положение вне игры. Юрченко здесь читает. Штрафную площадь. Синицын играет на выходе. Подбор за Анжи. Опасный момент. Удар. Все тот же Аяз Гулиев. Очень активен он. Огромный объем работы выполняет здесь. Дарбинский. Дарбинский вошел в штрафную площадь. Прострел. Опасный момент. Удар. И мяч рядом со штангой пролетает. Ну вот, наверное, самый очевидный эпизод для Краснодара. На 41-й минуте Дарбинский в этой ситуации хорош. На футбольном поле с опозданием, но махачкалинцы вышли. Газинский. Перейра в окружении двоих соперников. Перейра бьет по воротам. И вот опасный момент. Только что был удар из-за пределов штрафной площади. Мартынович. Мартынович. Удар по воротам. Рикошет. Нет, мяч не настолько изменил ситуацию, чтобы направление, точнее, изменил, чтобы сбить с толку Юрченко. Перейра. Набирает скорость Перейра. С мячом Перейра на Смолова. Передача. И в под... Нет. Юрченко. Перейра. Дарбинский. Перейра. Опасный момент. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой Юрченко красавец в этой ситуации. Сейчас все футболисты Анжи благодарят Давида Юрченко за этот момент. Он улыбается, он в хорошем настроении. Будто бы это не игра чемпионата России, а обычная тренировка. Как он спас свою команду. Самый очевидный эпизод в игре. Перейра, Перейра. Дважды мог. Достал мяч, да? Перехват мяча. И, возможно, это атака уже Анжи. Шанс для махачкалинцев. Нарушение правил. Совсем скоро будет свисток. Вот он, свисток о окончании этой встречи. Краснодар не сумел обыграть Анжи.